Экономический облик Лугского района складывается из небольших предприятий. Деревообрабатывающее производство в деревне Городок образовано в 2014 году. Постепенно от выпуска погонажных изделий перешли к изготовлению мебели. И все это при сравнительно небольшом штате сотрудников – 15 человек. Лугский район для своего бизнеса Вячеслав Шилков выбрал не случайно. Для работы с деревом здесь есть все необходимое. Здесь скопление пилорам. Вот здесь, в принципе, есть пилорамы, большая заготовка ведется леса. Вот, и с сырьем, здесь проще. С работой предприятия познакомился и губернатор Павел Коньков. При необходимости правительство готово бизнесмену помочь. Предложить могут льготные кредиты по ставке 6,5-10,5%. Но предприниматель пока от займов воздерживается, обходится своими силами. Они абсолютно самодостаточные. На сегодняшний день мы увидели серьезный прогресс, который, в общем-то, мы посещали это предприятие в самом начале, в самом становлении, что называется, пути. И надо сказать, что предприятие приросло не только оборотом, но и серьезно увеличена номенклатура товара. Среди производимой мебели – двери, стулья, столы. Приобрести продукцию можно в магазинах Ивановской области или на заказ. А вот такие ящики запустили в производство специально для южных регионов. Предназначены для хранения овощей. Из Лугского района они, как правило, отправляются в Краснодарский край и Республику Крым. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.